Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Давненько вас уже не было у нас в магазинчике. Я прошу прощения, у нас он временно закрывался. Сейчас он снова открыт. И, конечно же, добро пожаловать. Добро пожаловать в магазин Мурашек. Добро пожаловать, добро пожаловать. Проходите, проходите, не стесняйтесь, дорогой вы мой человек. Проходите, проходите. У нас сегодня, если бы вы знали, то вы бы еще раньше забежали к нам. Я вас уверяю, у нас сегодня день триггерных мочалочек. Представляете себе? У нас в ассортименте сегодня очень-очень много классных триггеров. Сейчас я вам все их покажу. Да-да-да-да-да. Смотрите, смотрите. Итак, классический первый триггер — это вот такая вот мочалочка, обычная кухонная мочалочка, скажете вы, но нет, 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 конечно же нет, это было бы слишком просто. Эта мочалочка призвана мурашить, понимаете, эта мочалочка-мурашалочка, только послушайте. А, не переживайте, это демо-образец у нас, там целый склад таких, да-да, запахом такого, знаете ли, лимон плюс, видимо, алоэ вера, ну вот. Так, послушайте, таппинг можно делать по двум сторонам. Прекрасно, правда, да. Можно шкрябинг делать. Весьма-весьма мрачно. Смотрите, специальная пена. Специальная пена. Вот здесь она очень-очень мелкого, видите, такого, в общем-то говоря, пошиба, да. И это обусловлено тем, что в производстве используются только лучшие материалы, уж поверьте мне. И, соответственно, звук получается намного лучше, чем у стандартной, вот, у стандартной губочки, которая, видите, более, скажем так, пористая, вот, чем это. И звучит более грубо. Ну, согласитесь, что вот это более мягко звучит. Один лайк. Всего лишь один лайк, понимаете, и мы вам пришлем эту мочалочку с новогодним оленем, да, 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 ну, оленья почту, что вы не слышали, что ли, да, да, так, для тех, кто, что, побольше любите, покрупнее, ну, что ж, у нас есть для вас вот такая особо большая, особо мурашечная, видите, мочалка. Вот только посмотрите, это специальное покрытие называется Soft Touch наждач. Вот такая вот интересная вещь по характеристикам напоминает наждак, но по своим свойствам далеко обходит его. Этот материал мурашит не по-детски. Только прислушайтесь к этому. Это же совершенно ноу-хау в мире мурашек и мурашечных триггеров. Можно, конечно, нажимать вот так. Абсолютно мурашечные звуки. Причем, обратите внимание, материал построен таким образом, что отжимание происходит не медленно, не быстро, а своевременно. То есть дает вам насладиться мурашками. Запах лаванды, леса просто прекрасен, просто волшебен. Это замечательная, прекрасная вещь, которая будет вас мурашить долгие годы. Поверьте мне, она стоит 10 лайков на все 100%. Ведь купив ее, вы получите больше мурашек. Больше в 10 раз, чем вот от вот этой вот губочки за один лайк. Да, это прекрасная и замечательная вещь. Что ж, давайте будем идти дальше. И дальше у нас и вовсе прекрасно.
козябра. Да. Вот, на самом деле, кто-то мог бы подумать, что это просто тряпочка кухонная, но нет. Только посмотрите на ее форму. Форма, скажем так, несостоявшегося самолетика, да. В то же время, вот эта крекозябра как бы соприкасается друг с другом, чтобы делать скретчинг. Слышите, да? Специально такая форма придается у нас этим тряпочкам в лаборатории мурашек. Застывают они под специальным раствором, под опытным надзором наших ученых-специалистов. Можно делать таппинг. Степень жесткости довольно-таки высокая. И таппинг делается просто... Ну, слышите сами, да. Слышите сами. Замечательный таппинг получается. Просто прекрасный таппинг, да. Просто прекрасный таппинг. Можно разгибать... Раствор не дает разогнуться до конца, и наш предмет принимает исходную, изначальную форму. Это просто прекрасная вещь в мире мурашек. И всего-то за 5 лайков, за 5 лайков она будет ваша, ваша. Да, я считаю, у каждого человека должна быть обязательно такая штучка, обязательно. Да, 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 да. Так, следующий наш лот. Это просто волшебная вещь для скретчинга. Только послушайте. Как будто сотни маленьких пушистых кошечек царапают возле ушка. Вы слышите это? Вы это слышите, да? А блеск. Вы посмотрите только на этот шик и блеск. Это же намного, намного, намного лучше, чем бриллианты. Намного лучше, чем камни в Сваровских. И камни Сваровских. Это прекрасная вещь. Это замечательная, мурашечная, прекрасная вещь. Видите, какая классная. Просто... Просто волшебная. Правда же, да. Можно вот так сжимать. Можно делать таппинг. Можно даже сминать ее. Она возвращается в исходную форму. И все нипочем. Прекрасная вещь. За 7 лайков. Всего лишь за 7. За 7 лайков. И, конечно же, вот так вот тоже можно делать. Слышите, да? Превосходно. Конечно, наш магазин был бы не лучшим в этом районе, если бы у нас не было бы самого топового, самого классного триггера. И в этом месяце это... Готовы? Закройте глаза. Закройте, закройте. Не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь. Я вам больше не буду хомяка подкладывать. Все, это уже в прошлом. Да, хотя он был прекрасной разработкой нашей лаборатории мурашек, но все же это была тупиковая ветвь. Мы поняли, что хомяки не мурашат. Что ж, могу вам с удовольствием представить супер перчатки мурашатки 3999 альфа 8 К2278Б гамма фаза. Вот. Модель еще экспериментальная на самом деле. С названием до конца не определились. Но, в общем-то говоря, это просто бомба. И только послушайте.
взгляд, это очень и очень прекрасный триггер, который не только согреет вам руки в холодную погоду, но и в любой момент сможет вас замурашить, сможет вас расслабить, сможет вас успокоить, и вы всегда сможете использовать этот триггер даже в людных местах, в метро, где-то на улице, в помещении, в ресторане. Это наша лучшая разработка. Перчатки, мурашатки, специальные нановолокна. Посмотрите, они просвечиваются, но в то же время они издают прекраснейшие волшебные звуки. Да. А если вы еще умеете управляться со звуками рук, то перчатки будут незаменимы. Послушайте, послушайте. Рад был помочь тебе расслабиться. До новых встреч!